Привет, доброе утро, друзья! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня у нас 17 сентября, 5 часов 25 минут утра. У нас все нормально, свет, газ, вода, связь есть, все потихонечку работает. За вчерашний день у нас было 8 воздушных тревог, 2 ночью, последнюю отменили 1:30. Также в социальных сетях многие люди написали, что вчера слышны были бахи. У нас непонятное. Мы что-то слышали, ну как? Вроде как бахи, да? Но у нас такой шум за окном. У нас иногда бывает и машины проезжают, и так дорога-то не Ахтецкая, то бух-бух. И думаешь, что это такое? Выглянешь в окно, ага, машина проехала. Вот, а иногда и бахи, а иногда и соседи чем-то стучат. В общем, прям вот такого конкретного я не могу сказать, чтобы мы слышали. Ну, посмотрели по новостям, власти молчат. А люди пишут, что даже некоторые видели, как ракета пролетела. В общем, не знаю. Раз власти молчат, значит, им виднее. Все, кто со мной, всем приятного аппетита. Пью свой кофе. Не знаю, с маленькой кружечки не напиваюсь. Мне надо так, хорошенечко утром. Сейчас быстренько попью кофе и на работу. Работа у нас подуменьшилась. Уже, как говорится, заканчивается сезон. Уже холодно. Люди на бассейн не приходят. Детский лагерь тоже уже все отменен, потому что детки учатся. И работа уменьшилась. Сейчас будут давать больше выходных. Так что завтра я выйду чуть позже в эфир. Выпущу видео. У меня завтра выходной и послезавтра выходной. Ну и потом сказали, что сообщат, выходить на работу или еще будет выходной. Вот так вот, ребятки. Вот, у меня там спрашивали, есть ли у нас работа. Нет, с работой сейчас сложновато. У нас именно на работе никого не берут, потому что самим нет работы. Ну, вот как-то так. Будут уменьшать уже и время, рабочий день. Будут смотреть, как-то регулировать этот вопрос. Так что не переживайте, если чуть-чуть позже буду выходить на связь, потому что, ну, как-то в 5 утра вставать в выходной не очень хочется, хочется немножко поспать. Погодка у нас вот на сегодня еще дождь обещают с утра. Сейчас у нас плюс 14. Ну, где-то в обед обещают плюс 24. На завтра тоже как бы дождик, ну, прогнозируют. А потом уже холодно, как посмотрела, потом уже плюс 19, а ночью плюс 9. Совсем будет холодно. Ну, не знаю, с такой погодой, как сейчас, я не думаю, что у нас бабье лето. Я думаю, что оно еще не пришло. Я вчера приехала с работы. У нас такой дождь пошел. Ну, мне повезло. Спасибо, как говорится, Богу. Такой ливеняк. Сейчас вставлю, покажу вам. А у нас вот такой дождик пошел. Я только недавно домой приехала. Так удачно. Только покушали. Думаю, да что ж это гремит, гремит. А муж говорит, смотри, какой дождь. Смотрите, прям уже, ух, и гром гремит. Шекелюнька, дождик? Где дождик? Где дождик? Ой. Капает там, да. Скажи, на улицу не пойду в такой дождь. Не пойду в такой дождь, да? Скажи, надо только резиновые сапоги одевать. И комбинезончик. Да. Вот так, понюхай, дождик, понюхай.
Ну, с деткой своей. Кто там? Кто там? Ты придешь? Вот такой дождик пошел у нас вчера. Но правда, он быстро закончился. Мы уже когда Шекелем вышли на улицу гулять, дождика не было. Уже все нормально. Прошлись, прогулялись. Все хорошо. Тоже повезло. И Шекелю. Вот. Ну и, ребятки, буду продолжать пить кофе. А вас приглашаю к нам на ужин. Артурчик, как всегда, удивил. Сделал мне приятное. Всем, кому интересно, наши болталочки за ужином. Оставайтесь, смотрите. Всем приятного просмотра. Здравствуйте всем. Фух, решил что-то сегодня сделать мясного салатика, потому что там недавно делала Татьяна Клещина и так аппетит нагнала. Начал все подготавливать, сварил яички, картошечку. Вот яички. Картофанчик, уже огурчики достал, все. Окинулся. Гороха не могу найти, хоть ты тресни. Пришлось идти в магазин, потому что Наталья Романовна вечно как заховает этот горох, блин. Вообще что-то она ложит, так что только она знает, где это лежит. Найти это нереально. И поэтому, чем вот это лазить, рыться, ей звонить, я сходил в магазин, купил горох. Ну а так как вы сами знаете, как мы идем в магазин за одним чем-то, то набрал, грубо, по мелочи, будем так сказать. Ну, сейчас покажу, что набрал. Горохом не обошлось. Фух, пошел. Взял две баночки гороха. Видите, делюксовский по 27 с чем-то. Ну, вы цены увидите, Наташа потом продублирует, как всегда. Палочки взял кукурузяные, Наташа их обожает. Ну, куда без мохито? Без мохито никуда. Это для себя любимого молочка. Так захотелось, похлебаю. Маковая булочка, видите? Это мне, а маленькая Наташа. У нас все поровну. Хлебушек с высыпкой. Я его беру постоянно. Ну, мороженка. Каштанчик. Ну и вот на предыдущей рыбалке у меня оборвало все кормушки. Я покупаю вот такие. Здесь кормушка 30 грамм. Ну, я ее меняю, ставлю больше, и оснастка готовая. И коробочку себе взял. Все, ну, я же еще раз говорю, цены вы увидите. Вот так получается. Сходил за горошком, ну, а набрал здесь, как всегда. Ну, я думаю, Наталья Романовна не обидится. Ругать меня не будет. Как-то так. Все, сейчас буду продолжать заниматься мясным салатиком, то бишь оливье, как его любят многие называть. Ну, а мы по старинке мясной салат. Как всегда, с трех видов колбасы. С мясом мы не очень любим. Мы любим по старинке, с колбаски. Ну, будет настроение, я сниму. Не будет настроения, все рецепты знаете. Увидеть конечное приготовление. Так что не переключайтесь, смотрите дальше. Ну что, друзья, вот смотрите. Приготовил я все ингредиенты. Сейчас покажу. Вот яички, картофанчик, огурчики, колбаска, горошек, за которым в магазин ходил. У нас три вида колбасы. Будут сосиски филейные, салями итальянская и докторская, лекарская колбаска. Сейчас все это нарежу, нашинкую, сложу, как все вы знаете, в одну посудину, помешаю, заправлю майонезиком, и все будет у нас very good. Ух, тут вообще свет желтый какой-то. О, вот так вот получше. Все. Картофанчик буду резать, сразу глазки убирать, как всегда. Потому что так в мундирах чистишь, оно на мокрую неудобно. А потом она чуть, как говорится, подсохла, и уже глазочки все джин-джин-джин убираю. Ладно, я начинаю. Ну, а вы уже увидите конечный результат. Да, друзья, забыл сказать. Яйца, картошечку буду нарезать вот этим вот чудесным девайсом. Очень удобно, быстро и эффективно. И все получаются одинакового размера кусочки. Железная. Есть такие пластмассовые, но они быстро ломаются. Железная, но дольше хватает. Все, друзья, поехали. Как говорится, как я люблю говорить, пошла вода в хату. Ну что, друзья, все.
Я тут уже накромсал. Осталось, ну сейчас покажу. Вот накромсал цельный кастрюл. Остался горошек. Сейчас я открою горошек, туда высыплю и оставлю как есть. А потом Наталья Романовна придет с работы. Я это все перемешаю, добавлю майонезика, и будет свеженький салатик. Так что как-то так, по-другому сделать он просто стечет. А так он постоит немножко, и перед приходом Натальи я добавлю майонез, как уже сказал, перемешаю. Как раз она пока доедет, за полчаса будет салат просто, ну, найс. Ну, а теперь ждем Наталью Романовну. Будем потом ее кормить. Ну, можно сказать, ужином. Все, не переключайтесь. Так, друзья, Наталья Романовна едет домой. И я начинаю заливать это все майонезиком. Сейчас это все залил, сейчас перемешаю. И сюрприз будет для Натальи Романовны. Вот, перемешал. Вот такая красота получается. Просто великолепно. Ну, майонезика, может, еще добавлю. Ну, я думаю, и так сойдет. Не сильно жирно, чтобы было. Все, друзья, ставим лайки. Пишем комментарии. Ну и, как всегда, кто новенький, подписываемся на канал. И, ребятки, всем привет! У нас, скажи, на улице сыро, грязно. Фу, бррр. А пледик то, что нужно. То, что нужно. Скажи, я вам лапкой передаю привет. И тёмой у всех носики. А ты мой сладкий мальчик такой, горнюний. А у нас сегодня вот такой ужин. Прям шикарнейший. Капусточка тушеная. Картофельное пюре с подливкой, тут с ребрышками, и мясной салат. Как давно мы его не кушали, как же я его хотела. Татьяна Клещина нас сподвигла. Я уже говорил. Всем приветики, привет еще раз. У нас вечер. Я диспетчер. Сегодня Артур. Я уже с работы приехала, сегодня до 4 работала. Сейчас работы подуменьшилась, чуть-чуть раньше буду приезжать. Ну и сказали, побольше будет выходных. Значит, буду больше отдыхать и общаться. Времени будет больше с вами. Как а сегодня я дежурный по кухне, поэтому... Поэтому у нас царский ужин. Присоединяйтесь к нам, это же все такая вкуснота. Как будто сегодня праздник. Сегодня есть праздник, правда, церковный. День Великой Мученицы Василисы, но все-таки праздник. Сегодня праздник у ребят. Сегодня будет картошка. Да, кто любит картошечку? Наташа любит картошечку. Наташа и Натали, Натали тоже. Все Наташи любят картошку. Мы больше не знаем, кто еще картошку. Не, многие говорят, что любят картошку. Нет, а Светлана жить не тужить, она живет в Беларуси. Она говорит, мы картошку мало кушаем. Вот это я была удивлена, потому что белорусы сочетают, не сочетаются, а как сразу... Ассоциируются вот, да, с картошкой, с бульбой. Да. А вот Светлана говорит... Я же уже говорил, как картошка варится на белорусском. Кстати, насчет картошки, вот опять же анекдот на тему. Рубрика «Анекдот в студию». Ура! Вовочка на уроке под партой что-то лазит. Я, по-моему, уже говорил. Не надо, все нормально. Вовочка под парту что-то залез, там лазит. Учительница, Вовочка, ты что там делаешь? Марья Ивановна, картошку жарю. Картошку надо жарить дома. Картошки на вылазь, пошли домой. А говорил бы нормально. Ну а что там, все нормально, правильно? Это даже не то, что бульба по-белорусски. Как она варится. Тебе Светлана напишет. Колышется, только немножко по-другому. С буквой Х. Пока Артурчик болтает, я тут буду хомячить. Да, а то я опять останусь с голодным пузом. Я так хотела мясного салата с
сегодня на работе давали мясной салат. Никогда не давали, первый раз было. Был мясной салат, каша булгур. Первый раз ее пробовала. Честно скажу, мне не понравилось. Но девочки сказали, что сегодня неудачно они ее сегодня повар плохой. Хоть бы не одна руки. Вот, как-то она суховатая получилась. Она рассыпчатая, но она сухая. Жуй-жуй, глотай. Как бы мне не понравилось. Ну, сказали, что она вообще вкусная каша, и смотря как приготовит кто. Ну, я всегда, вот знаете, если что-то первое новое пробую, оно мне должно или понравиться, чтобы я его в дальнейшем покупала, готовила. Смотрите, какая красота. Получилось. Артур Борис и старался. Подставляйте тарелочки сейчас, Артур. Тынь! В экран. Тынь! Ну, я думаю, скоро должно быть в будущем такое, что... Что ты хочешь? Раз так... Телепортировать. Да. Ну, было бы прикольно. Не, это было бы не прикольно. Да, если рука оттуда раз, хам, кусочек, крылышко. Я тоже об этом именно подумал. Да, у нас часто такое с Артурчиком бывает. Один только подумает, хочет сказать, а второй говорит, ну, все совпадает. Да, муж и жена, одна сатана. Думаем одинаково. И вкусы совпадают. Ну, не совсем. Я же люблю холодец. Я не говорю про любовь к пище, я говорю, вкусы совпадают. А, ну ладно. Таня, вкусно, вам привет. Я тоже люблю холодец, только по отдельности. Когда мясо сварится, вот это вот его отделяют от косточек, как мама у меня в детстве делала. У нас была большая чугунная сковорода, вот он на нее выварку вот сварит мясо, на Новый год особенно, поставит выварку, оттуда достаешь мясо и от костей отделяешь. А батя у нас, царство ему небесное, он любил из этих костей мозги высасывать. Мы постоянно вот это вот... Как ты это... Показал сейчас, извини, перебью, как будто ты их высасывал. Ну, батя так делал. Он это закрывал с той стороны, вот это вот, начинал, потом открывает, оно сразу залетает. А когда это самое, кривые кости бывали, он так, кто сидит, вилкой, ножом выковыривает. Я вообще поражался, как так можно вот эту внутреннюю часть кости есть. Деликатес. Угу. А сейчас мастер-шефы, да? Пиляют кости, достают те мозги, что-то да. Там готовят. Кстати, мастер-шеф вышел. Я забыла сказать. Ну и куда он пошел? Я не знаю. Я не помню, на чем он тогда закончился. Или продолжение, или что девочки сказали, уже две части. Я забыла. Это не сегодня говорили. Я забыла. Видите? Мы с Артуром все сезоны мастер-шефа смотрим. Просто поначалу, вот первые, наверное, 5 сезонов, там было что оттуда подчеркнуть. Потом это просто стало очень шоу, тупо шоу, ни больше, ни меньше. Но мы к нему привыкли. Ну да, просто уже смотрим, как бы, если раньше хоть как-то там чего-то, что-то учились, то сейчас совсем другой уровень поваров по отношению к тем сезонам. Я имею в виду, в худшую сторону сейчас идет. Но... Зваженные счастливые. На этом Тити Мити зарабатывают. Да, смотрели Зваженные счастливые. Да, Зваженные счастливые. Еще кого-то мы смотрели. Кого? Еще танцы смотрели. Угу. Танцы у нас и сына смотрел. Ну, ему это нужно было. И все, да? А я сам любил смотреть кулинарные все эти передачи, потому что я люблю готовить, кушать. И оно реально помогает. Люблю смотреть Сержа Марковича. Он сербский повар. У него был шоу с Литвиновой, ой, как же. Ну, что в мастер-шефе была судьей. Блин, забыл. Литвинова. Кондитер. Литвинова, разве? Да, забыла ее имя. У них было шоу тоже. Как там торты готовят на и кто лучше, чего и как. Очень хорошее шоу, не помню, как называется, но тоже это все пересмотрел. Гром-гримит. Гром-гримит.
Сейчас все вот эти вот бахи, грухи, стуки, думаешь, что это такое? У нас иногда непонятно, потому что шум улицы. То соседи, то машины. И поэтому я живу. Ну, про кондитерку я не очень люблю смотреть, но все равно интересно. Интересно, потому что есть какой-то дух соревнования. Да, да. Это опять же вот рубрика «Анекдот в студию», когда жена мужа спрашивает: «Муж, тебе сколько, на сколько тортик резать частей, на 6 или на 8?» Он такой сидит: «Режь на 6, 8 я не съем». Ну, я тортики не очень люблю. Он режет на 2. Да. Потому что Наташа больше не съедает. Кстати, нам, знаете, какой тортик понравился? Нам друзья посоветовали. У нас здесь есть кондитерская, называется печенюшка. Торт иней. Супер печенюшка. Да, супер печенюшка. Торт иней. Правда, уже давно не покупали. Может, как-то купим? Мы никак не доедем на него. У меня есть на канале, мы показываем, какой он. Так, есть целый тортик продают, а есть кусочком. Можно 2 кусочка, 2-4 взять, да. Но вот тортик вкусный, нам понравился. Ну, а так, очень любим торт лучиановский, называется Жозефина. Обалденный торт. А здесь мы его купили, и он что-то нас подрастроил, он был не очень свежий, да? Да, и не свежий, как-то он, ну... Раньше он был с лещиной, а сейчас он стал с арахисом. Да. Ну, как-то. Еще случайно нравится Арлекино тортик. Вот мы Натали смотрим, Натали, канал. Привет вам, Натали. У них недалеко от дома, буквально вот, есть фирменный магазин Лучано. Блин, ну если бы у меня там вот так вот был бы здесь Лучано, а не то, что мне на машине 20 минут до него ехать, я бы оттуда не вылазил бы, поверьте. Я бы уже такой был. Сладенький пончик. Да, да, я бы уже... Я очень люблю Жозефину. Я торты как таковые не люблю, магазинные. Но есть у меня вот один или два там, которые я ем. А вот Лучиановский Жозефину обожаю. А так все то, что Наталья печет, я их ем с удовольствием. Артур любит медовики. Да, и Наполеоны. Да. Но в основном домашнего производства. Я вот готовила, когда были в Израиле. Ну, первый раз в жизни по рецепту от Натали. Натали, она всегда готовит дома Наполеон, и по ее рецепту я попробовала. Приготовила сначала сыну на день рождения тортик, понравилось. Ну, потом, ну, конечно, сразу там где-то что-то не получается. Ты смотришь на свои ошибки и на следующий раз уже исправляешь. И второй раз я приготовила Артуру на день рождения, у меня есть на канале... Там это 1.5 года практически назад. Ну, кто хочет посмотреть, 4 апреля, но только не вот это 4 апреля, а 2001 года. Мы не еще... 2001, 2021. Да. Вот. Я там испекла тортик Наполеон 2. Вот таких вот небольших, по тому же самому рецепту получилось просто очень вкусно. Да, и мы их на яхте кушали. Один мы оставили специально, чтобы дома отметить день рождения, а второй взяли с собой... В открытом Средиземном море на яхте, да, это было великолепно. Это был крутой день рождения. Самый лучший из дней рождения, это мы с сыном, папу. Не верьте, самый лучший день рождения, это тот день рождения, когда вы родились, в этот же день. Ну, все остальное — это хороший день рождения, плохой день рождения. А это был отличный день рождения. Нарыбачили, морская рыбалка у нас была впервые такая. Мы все вместе с сыном столько удовольствия получили. Яхта называется Мяу. И... Да, яхта. А мы закрепим ссылочку. Мы закрепим там ссылочку в конце, и вы перейдете, посмотрите. И под комментариями. Яхта красивая, делали, да? Море. Вообще, не, отметили хорошо. День шикарный был. Еще характерно, по Израилю яхту зафрахтовать вот так вот на почти на целый день, это недорого. Это, ну, где-то
чтобы вам понятнее было, в долларах скажу, где-то 450 долларов. Но это нормально. Не, ну вы сравниваете зарплату не такую, как вы получаете здесь. Там в день 100 долларов зарабатываешь в среднем. И поэтому я жалю, 450 долларов отдать за красивейший день в море, это недорого. Тем более всей семьей. Можно точно так же, там до 12 человек, эту же самую яхту, чисто рыбалка. Сумма одна остается, человек только. Можете хоть один человек, хоть 12 человек скинулись. Да, хоть фотосессию, хоть вдвоем парочкой поехать. Сумма одна и та же. Определенное количество времени ты должен заплатить. Это не то, что как у нас здесь. Есть несколько водоемов, на которые ты приехал на рыбалку с супругой или с, ну, вдвоем два рыбака. Вы хотите одно место взять, оплатить за два приходится. Понимаете? Угу. Потому что не с места платишь, а с человека. Это вообще немыслимо. Это система, конечно, хитрейшая. Ладно, ребяточки. У нас вкусный очень ужин. Я смотрю уже по времени. Уже у нас ой-ой-ой-ой-ой, как много. Переживаю, что... Смотреть не будете. Да, что вам не будет так интересно. Салат бомбический, ужин бомбический. Муж шикарнейший. Мне очень-очень приятно. Вот. Всем спасибо, что вы были этот вечер с нами. Кто утро, кто день, кто завтракает с нами, кто обедает, кто просто сидит, смотрит, а потом бежит трусить холодильник. Всем мира, здоровья, добра. Мы вместе с вами перевернем обязательно страничку в светлое, мирное будущее завтра. Всех крепенько обнимаем, всем пока-пока. Не перевернем, а переворачиваем. Переворачиваем и переворачиваем. Все. Пока-пока. Bye-bye.